Привет, друзья! Алена Рассашинская, основатель Международной академии фитнеса. Это же просто чудо, это просто чудо, потому что, во-первых, она у меня проходит специальную подготовку по ключу как специалист-мастер. И она очень талантливая. На ее вот этой площадке, как это называется, Инстаграма, миллионы подписчиков. Потому что она зарекомендовала себя очень полезной для людей, для девочек. Она их омолаживает. Она их омолаживает, поэтому я ее приглашаю к нам на вебинар по омоложению. Она сделает свое включение и расскажет, что в зависимости от обратных связей, которые между мозгом, организмом, эмоциями, мышцами и так далее. Вот скажи, пожалуйста, Елена. Друзья, вы все знаете прекрасно, что то, как вы выглядите в зеркале, очень часто зависит от вашего внутреннего состояния. И если вы, например, депрессуете, у вас неприятности, вы злитесь, завидуете или что-то происходит, какая-то неопределенность, все это будет написано на лице в виде морщин, зажимов, и всем это будет понятно. А когда вы влюблены, счастливы, у вас нет стресса, когда вы делаете метод ключ, кстати, у вас... Или когда с собой разговариваю, вот у меня сразу улыбка появляется, да. Действительно, когда мы правильно тренируем мышцы лица и шеи, что немаловажно, вот доктор Хасай всегда говорит, зажимы в шее убирайте, чтобы было меньше стресса. Мы на фейс-фитнесе тоже много этого делаем, для того, чтобы вы чувствовали себя прекрасно, были красивы и, самое главное, довольны. И я вам дам несколько очень полезных практик. Я вдохновлена методом... Прямо на нашем вебинаре, вот Елена включится и даст несколько практических, методических советов, и все сразу омолодеют. Ты знаешь, почему я вот эту рубашку надел? Потому что я попробовал другую надеть, и там мое лицо видно. А здесь видна моя душа, потому что ничего не отвлекает. А душа у меня, как ты видишь. И вот вопрос на вебинаре такой важный. Что важнее, красота формальная или обаяние? Или обаяние? Обаяние. А я еще хочу сказать на вебинаре потрясающую вещь о том, чтобы всех мы можем желающих, которые хотят быть обаятельными, красивыми, стройными, жизнерадостными и так далее, и продуктивными, творческими, здоровыми, перевести, кто-то там зависит от мучной диеты, кто-то от сахара, кто-то зависит от алкоголя, всех их этих зависимостей снять и перевести на эндорфинную диету. Вот ты говоришь, когда человек улыбается, что у него происходит, какие гормоны там включаются? Эндорфин. Эндорфин. Это то, что мы да. в ключе, качаем эндорфины. Да, качаем в ключе эндорфины, правильно. Я там открою секрет, как он качается, какими методиками можно быстрее его качать и оживлять себя, даже людям в мудром возрасте, как я. Почему я такой вот живучий, такой вот в таком возрасте продуктивный, все время делаю контент, и потому что я дошел, и это всем скажу, и как это делается. Почему спиритизм, когда тарелочки крутили, и с духами разговаривали. На современном уровне есть там всякие гипнотизеры, медиумы, которые это делают на другом уровне в интернете. И какая связь между этим древним спиритизмом, разговорами с духами, а это же общение с подсознанием. Когда человек общается с подсознанием, убрав комплексы, он начинает генерировать такие интересные вещи. И какая связь между спиритизмом и Наполеоном, и Теслой. Они ведь тоже входили в состояние. Наполеон мог на поле боя, когда сражение как-то шло не так, заснуть, через 15 минут вставал, давал другие команды и выигрывал. А Тесла создавал такие изобретения, над которыми восхищается весь мир. Я открою секрет. Какая связь между эндорфинами, общением с подсознанием, этим спиритизмом древним, и современным способом, как выходить на свое собственное подсознание,
чтобы создавать шедевр и открытие. Вот это будет все в одном вебинаре. Это будет, друзья, совершенно потрясающе, потому что метод ключ работает. Я прошла это лично и очень вдохновилась, и безумно горжусь тем, что Хосе Магомедович взял меня в ученики. Я прям до сих пор... Ты красивая и без ключа, потому что это у тебя от рождения. Спасибо. А у нас ключ у всех от рождения есть. Мы просто его открываем, то есть осознаем. Друзья мои, приходите. Ой, извините, я вас перебила. Хочу еще раз пригласить всех на вебинар по омоложению, потому что мы будем говорить о омоложении души, чтобы вы были продуктивны, счастливы. Да. И то, что девочек интересует, всякие брыльки, морщинки, все это тоже можно очень... Да, и мальчиков тоже, наверное, интересует. Вот у меня нету, видишь, никаких морщин. Потому что я живой. Я живой, да. Я эндорфинный, так сказать, человек. Потому что я занимаюсь любимым делом, любимым творчеством. Все это взаимосвязано. Я тебе очень сердечно благодарен, Елена. А я приходи, вам... мы тебя ждем. Во вторник, да. 8 по Москве. Регистрируйтесь, потому что будет возможность, да. Да, не просто видеть нас в эфире. Да, вы, да, вторник – это какое число, Елена? Вторник – это какое число? Так, сейчас я скажу. Пожалуйста, посмотри. Да, потому что не в этот вторник, а следующий вторник. Это будет 22-го, красивая какая дата, 22-го, 22-го, 22-го в 20.00. О! Да, вот именно так. До встречи, спасибо. До встречи, друзья, всем пока. Друзья, все, до встречи. Так.